Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровища искусства», картины знаменитых мастеров, художественные репродукции в фотогравюрах Боде и Кнаппа, перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Итак, начинаем. Ян Стен, голландская школа, Николен Дейн. Стен, ученик Кнупфера и Ван Гоена, развился далее под влиянием Франца Гальса и Ван Остада. Это один из лучших голландских жанристов. Он с неподражаемым юмором умеет высмеивать слабости и недостатки людей, но при этом нередко впадает в грубый шарж и нехудожественную резкость. В этом отношении он является предшественником Хогарта и всей тенденциозной сюжетной живописи XIX века. Надо, впрочем, заметить, что Стен выгодно отличается от своих последователей теми высокими, чисто живописными качествами, которые присущи его лучшим произведениям. Положим, он отличается редкой неровностью исполнения. Часто рисунок его небрежен, колорит безжизненен и сух. Но когда Стен увлечен красочной и живописной задачей, которую он себе ставит, он превосходит по тщательности исполнения, гармонии тонов и глубине светотени лучших мастеров голландской школы. В бесчисленных мотивах картин Стена, как в зеркале, отражается народная жизнь Голландии. С особенной симпатией и любовью Ян Стен изображает сцены из детской жизни, то в школе, то в детской, то за обеденным столом. Искренней веселостью и ребяческой шаловливостью дышат эти картины, хотя и они не совсем чужды сатирических черт. Иногда художник старательно навязывает зрителю нравоучение, которое в виде изречения бывает начертано на стене. Однако на картине «Николен день» такая сентенция, к счастью, отсутствует. Это одно из лучших произведений Стена, хранящееся в Амстердамском музее. Картина изображает дары, которые святой Николай посылает в день своего праздника детям, и которые приносят им радость и горе. Старшему мальчику, например, приходится плохо, так как он получил одну только розу. Зато добрая бабушка старается утешить балованья, обещая ему другой подарок. Радость детей и участие взрослых выражены живой и наивной наблюдательностью. Все фигуры очертаны в высшей степени характерно. Может быть и потому, что все это близкие художнику люди, его родители, его дети, его жена Маргарита, дочь его учителя-пейзажиста Яна Ван Гоена. Ну вот такое описание картины я нашел в книге 1904 года «Сокровища искусства», картины знаменитых мастеров, художественной репродукции, фотогравюрах Боде и Кнаппа, перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Пока-пока, до свидания.